Приветствую, с вами Керим Жумадилова. И снова на канале про Beauty.kz я для вас снимаю самомассаж вместе с уходом. Сегодня я буду делать самомассаж и акцентировать внимание на зоне вокруг глаз. Начнем самомассаж с этапа очищения. Я буду использовать свою косметику. Косметика французская Alcaterre, морская косметика. И в этапе очищения я люблю использовать молочко. А если у меня на лице есть тоналка, макияж, то лучше смыть гидрофильным маслом. Затем второй этап — нанести пенку и смыть повторно. Итак, приступаем. Я сначала протираю лицо от центра к периферии. Зону шеи, платизмы, декольте. Не забываем. Затем я наношу молочко. Молочко наношу на лицо и круговыми движениями, делая по массажным линиям, снимаю с лица макияж. Во время очищения, во время, когда я наношу молочко, легкий лимфодренаж выполняю. О, хотя, думаю, лицо чистое, но все равно. Смотрю на салфетку и удивляюсь. Контрольно протираю. Сухой салфеткой протираю дополнительно. После того, как я смыла молочко, я протираю тоником, чтобы восстановить pH кожи и протонизировать. Также по массажным линиям от центра к периферии. Не забываем про шею. Итак, на чистое лицо будем делать самомассаж. В самомассаже я буду использовать крем. Либо масло можно использовать. Но если я утром встала и дальше у меня есть планы, иду на работу, выхожу на улицу, то, конечно, не хочу пачкать волосы, поэтому насухо я сейчас могу немножко продемонстрировать для вас массажные техники, которые я буду делать на сухожильный шлем головы и на заднюю поверхность шеи. Для этого я начинаю зону виска, круговыми движениями буду
делать вот такие спиральные движения. Угу. Освобождаем височную зону. И словно завязываем хвостик, я немножко приподнимаю волосы от корней. Точно так же и здесь. Очень хорошо микроциркуляцию улучшает и способствует росту волос. А моя цель сделать правильный лимфодренаж, поэтому зону слухового прохода, именно вот здесь, я прорабатываю дополнительно. Раз, два. Насухо вы протираете. Раз, два, три, четыре. Вместе с затылком вместе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Те же самые приемы я повторяю с левой стороны. Вот в зоне сосцевидного отростка это задняя поверхность уха. Вот на камеру хорошо видно. Насухо протираю вниз от зоны роста волос. Раз, два, три. И соединяю спиральками, прорабатываю затылочную зону головы. Массаж головы сделать нужно обязательно перед лицом. Тем более у меня сейчас волосы короткие, я хочу, чтобы они быстро отросли. Буду делать 2-3 раза в неделю вот такой вот массаж. Дальше приступаю к зоне шеи. Немного приоткрою и буду делать прием пиявки. Посмотрите, я сейчас повернусь на камеру и буду держать заднюю поверхность шеи. Пиявка. Раз, два, три. Раз, два, три. Словно крестиком я вот так вот тяну от одной на другую сторону. Раз, два, три. Раз, два, три. Надеюсь, хорошо видно. Еще раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Повторяю. Раз, два, три. Я немножко надавливаю. Раз, два, три. Это движение я люблю делать по утрам. Затем немножко растяну боковую поверхность шеи. Руки крестиком. Раз, два, три. Поворачиваю голову и снова. Вот на краю нижней челюстью держу, другая рука у меня вот тут в зоне трапеции лежит. Раз, два, три. Растянула. И спереди то же самое. Руки крестиком, либо можно так вот. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Фиксирую и замираю на 2-3 секунды. Раз, два, три. Это лимфодренаж, который можно делать насухо. Просто и без крема, без масла. Затем я приступаю уже к масляной технике. Ну, у меня сегодня будет кремовая маска. Ой, крем будет, массажный крем. Вы можете использовать любой другой крем, который подходит по вашему типу кожи. Вот в таком количестве я наношу на лицо. Угу. Зона декольте обязательно. Зона платизмы. Так, зоне вокруг глаз тоже. И начинаю массаж с под нижнечелюстного пространства. Вот фалангами пальцев. И я буду растирать нижнюю челюсть. Там, где у меня появляются брыли. Я хочу немножко на коррекцию овала лица поработать. И на параорбитальную зону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три.
три, четыре. У кого провисают уголки губ, и здесь появляются брыли. Для тех классный прием. Вот этот прием. Раз, два, три, четыре, пять. 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 Дальше. Я немножко могу с одной стороны давать поработаю, продемонстрирую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Приподнимает овал лицо. Очень хорошо. Раз, два, три, четыре. Каждый прием повторяйте на 2-3 подхода. Угу. Затем на правую сторону. Обратите внимание, я здесь акцентирую внимание чуть ниже угла губ. Вот, угла рта. Вверх приподнимаю. Потому что с возрастом вот здесь щеки опадают, и здесь появляются бульдожи и щечки. Вот, профилактика хорошая. И фиксирую двумя руками. Сливаю. Угу. Теперь я потихоньку перехожу на носогубную зону. А здесь хочу для вас показать. Вот тут есть у нас точки. Точки там, где крепится носовая мышца. Вот тут прям. Ближе к ноздрям. Угу. Вот эту зону немножко продавливаете. И круговыми движениями растираете. Раз, два, три, четыре. Можно сделать вот двумя пальцами. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отличная профилактика. У кого венозный отток постоянно в застой уходит. И здесь собирается такая вот борозда. Моя цель сейчас снять отек. После этого движения я перехожу от центра к периферии и делаю вот такие вот движения. И вниз. Угу. Дальше я поднимаюсь в зону вокруг глаз. В зоне вокруг глаз я хочу поработать не синхронно, а по отдельности. Например, берем левый глаз. Круговая мышца глаз. Здесь у нас орбитальная кость расположена. Иногда бывает синева под глазами, мешки под глазами. Кстати, кто постоянно страдает отеками, у тех бывает склонность, собирается вот здесь жидкость излишняя. И она превращается вот в капсулированную жидкость. К сожалению, массажем не всегда возможно убрать, но лишний отек слить с помощью этого массажа возможно. Итак, фиксирую круговую мышцу глаз. И потихоньку начинаю с нижней зоны бровей. Вот тут. Раз, два, три, четыре, пять. Прям точно нажимаю. Раз, два, три, четыре, пять. Еще раз. На два подхода. Два, три, четыре, пять. И то же самое внизу, но таким прокатывающим движением. Раз, два, три, четыре, пять. Еще раз. Раз, три, четыре, пять. И прокатывающим движением от центра к внутреннему уголку глаз. И растираю. Раз, два, три, четыре. Гусиные лапки прорабатываю. Мелкие мимические морщины. И сливаю. То же самое с правой стороны. Раз, два, три, четыре, пять. Раз. Прям на кости нажимаете. На кости. Не на вековой части, а на кости. Раз, два, три, четыре, пять. Ориентируйтесь на зоне роста бровей. Раз, два, три, четыре, пять.
прокатываем. Раз, два, три, четыре, пять. Прокатываем. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. И прокатываем. Делаю контрольное поглаживание. И приоткрываем. И прочесываем вот такую параорбитальную зону. Синхронно. И зажмуриваем. Закрываем глазки. Еще раз. Приоткрываем. Прям максимально. И зажмуриваем. Так, с этой стороны отдельно хочу сидеть. Ох, как будто глазки открылись. Дальше я хочу проработать лобную зону. Для этого фалангами пальцев делаю круговое движение. Вот. Раз, два, три, четыре, пять. 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 Прям вот такой вот зигзаг рисую. Ой, как кровь забежала. Не спускаю. Теперь я хочу немножко протонизировать щечную зону. Так как к концу рабочего дня, иногда, когда я сижу постоянно в офисе, не выхожу на свежий воздух, у меня тон кожи меняется, и как будто бы вот эти щеки, центральная зона лица падает вниз, такой усталый тип. Ну, видно, что я устаю. Для этого я буду тонизировать, делаю такой вот прием веер. Так, показываю. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяем одинаково с другой стороны. И то же самое. Раз, два, три, четыре. Приподнимаем верхнее веко. И сливаем. На этот массаж уходит где-то 15-20 минут. А если вы с уходом будете делать, я бы вам порекомендовала делать такой массаж, вот эти техники массажа, на энзимном геле, если у вас кожа чувствительная. Тоже сами выбираете свою косметику. Если у вас жирная, пористая кожа, то рекомендую после массажа смыть и масло, и крем. Потому что, ну, чтобы лишний раз не закупоривать поры, нежелательно оставлять кремы и масла на коже. Сейчас я смою и нанесу сыворотку для увлажнения в зоне вокруг глаз. И если я иду, выхожу на улицу, то обязательно покрою флюидом SPF кремом. Итак, я иду смывать с лица крем. Итак, я смыла массажный крем. Сейчас я наношу сыворотку. Сыворотку я всегда наношу до крема. У меня кожа склонна к сухости, поэтому обязательно я использую сыворотку. Похлопывающими движениями я наношу на лицо. Затем обязательно буду наносить крем в зоне вокруг глаз. Кончиками пальцев, также похлопывающими движениями. Нанесла.
Чувствую, что даже усталость прошла с глаз. Постоянно перед компьютером, на сотовый телефон смотрим, и все равно круговая мышца глаз напрягается. И наношу свой крем на лицо. Этот крем у меня против сухости. Так. Зону платизмы не забывайте. Все, на этом массаж закончен. С вами была Екатерина Жумадилова, специально для канала про Beauty KZ. Подписывайтесь, будьте с нами.